Армии присягаю на верность народу и закону России. Сильный дух, настойчивость и честность. Именно такими качествами должен обладать судебный пристав. Ведь именно на него возложена большая ответственность в защите интересов граждан России. У впервые поступивших на службу приставов важный этап в жизни – клятва верности. Более 100 новобранцев в органы принудительного исполнения присягнули на верность народу России и законам Российской Федерации. В ходе мероприятия пройдет торжественное награждение. Будут награждать ведомственными наградами, также грамотами. Торжественная церемония приведения к присяге уже второй год проводится в символическом месте – у храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот». Поздравить новобранцев пришли представители правительства Московской области, Мособлдумы и ветераны ведомства. Они отметили, что Федеральная служба судебных приставов – неотъемлемая часть государства. Результаты ее работы улучшаются с каждым годом. Также добросовестно и ответственно подходить к своему профессиональному долгу должны и новоиспеченные приставы. Эмилия Аракелян, телекомпания «Одинцова».